Год культуры у Беларуси соступил место году науки. Сярод основных задач – повышение роли науки у социально-экономичном развитии краины. Науковый комплекс Гомельской области готовы унести свой уклад у досягнения поставленных метов. Тем больше, что макчимости дозволяют. В регионе працуют 200 докторов и амаль 1000 кандидатов наук. Дейничают 4 академичные институты и 6 ВНУ. Распрацовки гомельских науковцев находят практичное применение. А это важно. Наука не повинна працаваць у стол. Шчыльнае ўзаемадзеянне з эканомікай і сацыяльнай сферай – адна з галоўных задач. Узаемадзеянне прадпрыемстваў з навукай павінна весці да паляпшэння эканамічных паказчыкаў. Каждый год где-то наши ученые Гомельщины публикуют монографии, публикуют статьи в самых высокорейтинговых изданиях, создают объекты промышленной собственности, патенты. Это по 1,5–2 сотни патентов в год гомельская наука выдает. Это мы как-то посчитали, где-то около 5 миллионов долларов – это вклад гомельских ученых в экспортный потенциал Гомельщины и страны. Я думаю, что те мероприятия и та деятельность, которая будет всеми участниками, причастными к научно-техническому прогрессу в стране, осуществляться в течение года науки, принесет еще больше плодов.